Здравствуйте, с вами Василич. Вот озадачил себя, буду делать окрошку. Вот. В общем, колбаски я взял. Уже, как говорится, занялся этой кропотливой работой. Вчера я заблаговременно отварил картофель, остыл. Яйцо отварил, тоже остыло. Очистил яйцо. Все готово для крошечки. Колбаску очистил, покрошил. Вот. Ну, видите, какие кусочки. Небольшие. Не стал я на терочке тереть. Все через терку хотел делать. Также лучок зеленый. Вот присутствует укропчик. В общем, все как надо. Огурец я тоже очистил, кожуру сверху. Вот, приступил, дотираю уже два таких вот огурчика. Черная редька. Взял я, накрошил. Вот. Ну, опущу. Вот сюда вот я. Потому что буду... яйцо резать и эту самую картошечку решил на досточке. Вот таким макаром или путем. Сметанка деревенская. Уксус буду делать на воде. На воде. Походил, посмотрел в магазине. Продается это самое, там кумыс и, короче говоря, все не свежее, не стал покупать. Как обычно, делали, если б нету, на воде, получается вкусно, не знаю, ну, смотрите сами, на брате делайте, ну, что угодно, душа что любит, то используйте. В общем, черная редька, не стал там, продается, но это самое, редис. Но он какой-то такой уже тоже заветренный. Так, вот, начал, не дотер я это самое, вот огурчики, два штуки, вот таких. Ну, я сейчас высыплю тоже. Вот уже сколько натер. Вот. Сюда. Вот, дотру. Оказывается, огурцы у нас... такие дорогие, и смеются мои, говорит, витамины. Оказывается, больше воды здесь, чем огурца. Водянистые. Вот это дай деньги за воду. Ну, ничего. Зато витамины. Вот даже Буся пришла, да, готовить будем. Ой, моя хорошая, ты уже помогаешь с утра мне здесь. С утра помогает. Как без нее скучно одному-то сидеть тут. Хоть поговоришь она. Вот. Ну, тоже. Вот. Прилипшая. Соединяю. Вот. Отставляю. Отставляю. Теперь я что?
делаю. Надо будет солить нам. Нам солить. Ну, я беру маленько. Вот. Наши огурчики. Щепотку и... Вот. А, все смешается. Чтобы равномерно потом разошлась. У нас соль. Ну, можем и зеленушку. И лучок порезать. Вот. Так что нарезаем мелко. Вот. Вот эти там хозяйки по-разному готовят. Ну там постное, постное. Ну не постное, вот веселое, витаминное. Это вкусняшка будет. Сделал, сделал. И еще некоторые, ну мне непривычно, вот, например, никогда не делал так вживую. Потом положишь, осталось в холодильничек, достал чашечку холодного, налил. Ага, не придумывать. Если хотите, кто-то делает, крошит, вот это мешает, ложит в тарелку, в чашку. Ага. И заливает кто кефиром, кто, ну, водой, кто там обратом, кумысом и все такое прочее, кисломолочным продуктом. На кефире я ел, ничего, на любителя, на любителя. Вот. Брал я, вот у меня там 4 картошечки, я думаю, хватит, 2 штуки вообще развалились, как говорится. Вот. Взял такую большую кастрюльку. Большую кастрюльку. Так что ориентир можно держать. Сколько чего будет, то нормалек. Возьму, чтоб не болталось. Сюда маленько разрежу. Вот так. Положим. Это картошку помой, яйцо помой, уложи. Ну, я в глубокой чашечке в железной варил. Уложь, водички налей. Ну, я подсаливал даже это самое, воду, потому что картошка, чтоб маленько, а не в холостую, а с солью. Это. И отваривал. Вот. А все время идет. Холодной водичкой пролил. Ага. Остудил. Ничего, зато чистится. Очень хорошо яйцо. Вот. Где-то так.
И маленько добавлю, не добавлял. А почему бы нет? Зелени, это самое, там, петрушечки. Что-то... Стал хитричать, хитрым быть поставщик. Я не обратил внимания. Ага, вон. Хитрость его в чем? Продавалось вот в таких вот упаковочках. Идет, значит, лук зеленый, укроп, там петрушка, все. А здесь давай брать укроп. Беру и вот луку зеленого взял. Оказывается, вот это вот укроп сверху, а внутри согнутые это сам. Вот веточки были петрушки и зеленый лук. Я говорю, ну вот, я рассчитывал на большой пучок, а получилось, сколько получилось. Уже процесс пошел, магазины были закрыты. Я, чтобы закупить, времени не потребовалось бы. А так, решил, хватит, потому что нормально у нас черная редька присутствует, огурчик, так что все нормально. Сильно много тоже нехорошо. Я-то люблю укроп. Мои говорят, меньше, меньше. На всех не угодишь. Я для себя делаю, готовлю. Так что без рецептов уже знаешь, где сколько чего. Вот для себя, потому что кто-то что-то почерпнет, сделает, пожалуйста. Очень рад буду даже, что что-то пригодилось, что-то кто-то подсмотрел. Вот. Вот так. Ну, можем, чуя, освобождать туда и что будет стоять. Вот. Колбаску тоже. Так, куда мы определим? А сюда не мешает, видно вам. Вот. Теперь беру чашечку. Я уже показывал. Ну, ну, такие вот небольшие картошки. И буду нарезать. А нарезать вы смотрите. Ну, каждая хозяйка по-своему. И как что, рот рад своему куску. Так что по размерам можете крупно, можете мелко. Вот я крупно не буду. Потом Игорь скажет чашку, что поставил, а за чашкой ничего не видать. Ну, вот так вот. А можно даже и взять наполовину ее. Своя рука, Влад.
владыка, смотрите, как что режьте, как удобнее. Или как быстро, хорошо. Вот. Когда холодное, то оно и это лучше, веселее режется, крошится. Вот. Ну, где-то так, видите, да? Вот для меня вкусно будет не такими, что кого. Ну, короче говоря, своя рука, владыка. Раз мы ее. О, выпало. А мы ее вот так. А мы ее. Так. Ну, последнюю картошку разрежу. Такую емкость, само то будет. Угу. Все свежее, нормально. Сейчас зима кончается, уже кончилась, уже весна, скоро пойдет черемша, вот там вместо лука черемша, очень вкусно и хорошо будет делать салаты. Окрошку. Оба-на. Не ожидал. Ну, где-то вот так вот это. Смотрите, кто как любит. Ну, отчасти. Не потеряется. С такой кастрюльки. Ну, взял я 8 яиц. 8 яиц. То на заметку или как, чего, скажите. Ну, я посчитал, что достаточно будет. Достаточно. Не сразу поймаешь наше яичко.
Есть люди, каждый месяц делают это самое, окрошку. Вон без окрошки. Я говорю, летом вы не это зелень. О, вот некогда, чего, а вот сейчас, говорит, надо, надо. Витаминизация идет организму, там это нехватка. Все. Вчера тоже взял полоски рыбы. Игорек как зачитал, что там находится, так это мелким шрифтом написано. Там вся таблица Менделеева. А здесь все натуральное. Вот. Сейчас все кончилось. Надо будет опять заказывать. Ну, что домашнее. Они набирают яйцо и потом продают. Привозят и сметану на рынке. Сейчас начали по магазинам сдавать. Вот где я брал. Там и сметана, творог. Ага, фляги это самое. Молоко. Видимо, времени не хватает. Девчонки там, продавцы, стоят прямо пустые бутылки. Вот они наливают. Наливают. Тут в присутствии, что вскрывают и это, что не бодяжат, ничего. Не подливают воды. Стоят, наливают бутылки воронка. Ага. И закрывают и в морозильный ларь, ой, этот самый, стеклянный ларь, вот, и выставляет нас тут на глазах, все вот, продают. Ну, видимо, берут по одной цене, ну, все равно, как сказать, что-то за труды набавляет, и все получается не сильно дорого, свеже, хорошо, бутылки с завода, то есть это стерильное молоко, стерильное все, потому что без документов, без прохождение это самое медицины, в общем, никто в торговлю не пустит, не дадут продавать, то есть сертификацию проходит, это на жирность молока, все ветеринары проверяют, так же, хоть они работают, вот. Как хорошо мы быстренько все покрошили. О, это что-то весит. Это что-то весит. Так, отставляем. Отставляем. Теперь, что ж, на этом этапе тоже беру и яйцо, яйцо подсаливаю, подсаливаю, вот так вот. Ну, потом добавим, чтобы не пересолить, ничего. Так, взял для перемешивания вот такую вот я, ложечка. Сейчас я разровняю. Разровняю, да, разравниваю, беру я, открываю, сметанка, сметанка, ну, сметанки, раз,
Так вот. Чтоб по стенке не пошло. Не вымазать. Вот. Теперь вот у меня водица есть. Наливаю воды. Сейчас начну перемешивать. Получается нормально. Еще добавлю маленько сметанки. Так. Не облизывать потом, не облизывать. Мы вот таким образом сделаем. Вот там с ложечки две осталось. Густоватый. Маленько подольем. О, пойдет, что и речка присутствует. Это, ну что, вот. Видите? Так что нормалек. Сейчас я попробую. Попробую жишку. Соли вообще не ощущаю. Вот так. Ну, на этом я солить больше не буду. Потому что кому надо, досолит. Я уже, как говорится, знаю, что норма должна быть. Ну? Нормально. Сырости присутствия, как бы оттенка нету, как бывает без соли. Пойдет. Теперь дальше. У меня вот уксус 9%. Добавлю я ложечку уксуса. Попробую.
Думаешь, его еще добавлять или нет? Вот так. А, запах кислинки. Видите, середины и есть. Так, сзади ничего я не грохну, Значит, я беру, отставляю вот так вот, этой же ложечкой, как и говорил, буду пробовать свое творение. Вкусно. Вкусно, значит, вкусно. Колбаска тоже свою роль играет. Не, процесс, самое главное. Жишка. Жишки и дополнение колбаска. Все через терку не пропускал. Показал, как делаю. Можно было и картошечку на терочке, и колбаску. Все как ребятишкам. Получилось бы своеобразно и вкусно. Уксус 9%. На такую вот емкость ложечки столовой хватило. Ну, то как вот. Для меня хватило. Для кого-то, может, не хватит. Ну, на этом я буду заканчивать. Это я доем сейчас. Еще, скорее всего, пару, как дам тарелочек. Ага. Ну, на этом я заканчиваю. Это зелень, не подумайте. Пожелаю вам крепкого здоровья сибирского, долголетия. Чего хотите, сколько хотите. Чистого неба над головой, чтоб у вас все по жизни шло хорошо, прирастало. Вот. Ну, где-то так. Пока-пока.